Поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Здравствуй, Йонтрик. Ну, видал свиньские чары-мары? Эти свиньи заколдованы? Точно! Сам посмотри. Ох, ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот и славно. Свинья. Но медальон сходит с ума, и он так был прав, она заколдована. Да, без сомнения, это магия. Йонтек! А? Похоже, свиньи и правда заколдованные. Так. Чары были. Их и попревращало. То есть эти поросята заколдованные люди? Так да. А ты что думал? Помоги. Отколдуй их. Как эти люди превратились в свиней? Так чары же! Я дал Игорю ключ, а он собрал всех, а они и пошли. Какой еще ключ? Ну, этот. Вот. Он открывает дом ветря. Откуда у тебя этот ключ? Нашел. Показал Игорю, а он сказал людям, чтобы все пошли. А их и превратила. Взгляну-ка я поближе на этот дом вепря. Где он? Ну там, за горочкой. Идешь, идешь, а потом он. Понял? Я найду. Но! Ah!
нехорошо. Так и правда подходит. Следы множества людей и чего-то тяжелого. Что умеешь?
Служба не дружба. Подозрительно ты выглядишь, выродок. Примуда. Твое место в подземелье. Ох уж это молодежь. Тушечку. Здравствуй. Здравствуй. Покажи мне сук. Будь здоров. Ведьма? Ворон ворону глаз не выклюет, но в городе говорят, что тесак хочет убрать ублюдка. Медальон вибрирует. Значит, эта свинья тоже родом из деревни. Кажется, это прозвучало. Ты меня понимаешь? Ну ладно, попробуем. Один раз хрю — это да, два раза нет, ясно? Не знаю, сколько ты тут сидишь, но, должно быть, ты здорово проголодался. Держи-ка яблочко. Что, вкусно? Ладно, давай поговорим. Йонтек говорил, что в деревне нет только травника и старосты. Должно быть, ты один из них. Ты местный травник. Я слышал о тебе. Игорь? Очень приятно. Я Геральт. Подожди здесь, мне нужно осмотреться. До свидания. На рубашке следы от травы, внизу торпа. Это должно быть того травника, Игоря. На дне осталась золотая монета. Здесь, наверное, держали золото. Теперь понятно, почему дом вепря.
Здесь было несколько человек, тащили что-то к выходу. Ладно, давай поговорим. Знаешь, что это за место? Мы в гробнице? Мы в святилище? Здесь лежало золото. Ты знаешь, что с ним стало? Надо обсудить это с Йонтаком. Кажется, я понял, что здесь случилось. Это святилище. Здесь лежала полная лохань золота. Йонтак нашел ключ и показал его деревенским, а они позарились на сокровище. Но он и представить не мог, что золото под охраной проклятия. Чтобы снять проклятие, золото нужно вернуть на место. Надо спросить Йонтака, может, он знает, где оно? Похоже, все это превращение — злая шутка. Или его очень неловко наложили. Шевелись, плотва! Готово. Деревня в безопасности. На время. Йонтак? А? Я разобрался, что произошло с местными. На них наложено проклятие. Сможешь их расколдовать? Да, но тебе придется мне помочь. Добро. А вот любопытно, почему проклятие обошло только тебя? Потому как я с ними не пошел. Ты не брал золото из святилища? Нет. Ну что оно мне? Проклятие вызвано кражей золота. Ты знаешь, где золото сейчас? Я спрятал. Надо его вернуть, и при этом должны присутствовать все жители. Это как же? Возьми золото, а я соберу свиней. Встретимся на мельнице и все вместе пойдем в дом вепря. Думаю, у нас все получится. Мы спасем их! Я возьму золото! Надо как-то загнать свиней. Может, такси? Идите к мельнице и ждите меня там. Ну, пойдем. Толстячок. Уважаемый Свинтус, вы позволите? Thank you.
Вот все, кроме Игоря. Игорь нас ждет. Помнишь, как придем, надо положить золото на старое место. Ага. Ты бери свиней, а я принесу и положу. Идем на место. Ну, шевелись. Погоди, плотва. Отдохни. Давай на место. Погоди, плотва. Копытами. Вот они так быстро. Гади, плотва. Чудище, чудище. Они же сожрут. Двигайтесь. Идем. Погоди. Я снова стал собой. Спасибо тебе. Не время радоваться. Надо всех пересчитать. Почти все здесь. Спасибо тебе, беловолосый. Вам повезло, что Йонтек меня сюда притащил. Это ведь Йонтек принес ключ. Знал, подлюка, что золото проклято. Потому и не захотел с нами пойти. Так это... не я. Это Игорь. Игорь хотел. Не отвертишься, пройдоха. Взять его. Спасите. А делайте, что хотите. Вот и славно. Возьмем его в деревню. Там он нам за все заплатит. Кстати, разговор о плате зашел. Верно. И молодцом, славная работа. Вот твои монеты. Ну, пойдем обратно. Виновный у нас есть, будем вешать. Дед! Ни разу не выбирал этот вариант.
Теперь помедленнее. Заваливай, покуда ноги целы. И яйца. Он колдует. Этот... Еще можно сдаться. А твоей жопой я сам займусь.
Какое-то забаганное место тут. Шевелись, плотва.
Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. А я вот не забуду, что ты для нас сделал. Но! Варвар! Будь здоров. Откуда боги привели? Скинуть барахлище, всякое, хавчик продать. Слишком много... В этом дополнении весят вещи. Вот этот хост мод прям. В оригинальном ведьмаке 10 раз больше мечей искать. Мечи там по 2 килограмма весят. Прошу! Прошу! Будь здоров. Покажи мне твои книги.
Бывай. Прекратите этот гнусный балаган! Меч. Покажи мне свои. Будь здоров. У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Thank you.
не староват ты для любви? Тебя на улице. Удали! Служба не дружба. Thank you.
сука! Не отпускай его! Шевелись, плотва. Пошла. Но!
Гнездо гулей, надо его уничтожить. Ох, гнусный же ты! Классно. Ешьте желтый снег, да. Иди сюда.
Но! Вроде говорят, какой-то убийца наш. Я буду за тобой приглядывать. Не крутись, Том. Пошли бы вы все к черту. Здравствуй, Ген. Покажи мне. Будь здоров. Даст на Скеллиге новый король. Может, они немного успокоятся? Просмотр денег стоит. Я буду за тобой приглядывать, Белоголовый. Все, пошарить тут еще с по этим знаком вопроса. В принципе, немного осталось. Пятьдесят вопросов. Все равно многовато.